это двигался. Это было странно. И мне надо было свернуться. 42 детали, а в жопу ты не хочешь пойти? 42, мы за четырьмя добегали, просто чуть не обосрались отчасти. Почему здесь такая большая локация? Она... Ой, электрички, наверное, будут. О, Маркус. А где этот магазин Маркуса? Здесь? Нашел? Так, разрешайте не знаю, немножко заспойлерить сейчас. Ой, я что-то нашел. Но я буду молчать, чтобы это... Приходим, а там Москва 2017. Сейчас мы все равно увидим. Так, а куда вы пошли-то? Я что-то не могу найти. Вниз. А. Окей. Ух ты. Прикольно. Да херов крот. Ой, нельзя бежать кротов. А то найдутся защитники кротов и скажут: ты чё, крот и милый крут, а ты хер и... И придумаем какую-нибудь рифму, да? Ну, хер и брут. Вот, милый крут, хер и брут. Причём тут хер и брут, я не знаю. По-моему, ты сейчас только что брута оскорбил. Как можно оскорбить... Ну, ладно, он мёртв, так. Как можно оскорбить брута? Во-первых, он гей. СПА против СПА. Информационная туристическая доска Гипериона. Отруби энергию ПИП ИН СПА. Сел владелец знаменитой гостиницы. Так, погоди, я сейчас переварю, что... Брут... Гей. Сел владелец знаменитой гостиницы надоело терять клиентов, которых переманивает этот клоповник ПИП ИН СПА. Укради источник питания ПИП ИН СПА и включи увлажнитель в сауне. Ладно, все, я не буду задумываться о тем, что я написал. Лучше думать, что Брут гей. Это понятней. Брут гей, все. Это настолько понятно, сколько это вообще возможно. Кто поставил туда ящик? О, а никто не будет фотографироваться? Фотки? Фотки? Я хоть... так, я забыл как... Меня видно? Нет? Я тебя вижу. Так у тебя оружие через фанеру эту про... Нам только нужно найти Марку. Ты... А. Кто? Кто его нашел? Вот этот. Кто пропустил? Я не пропускал. У меня ролик до сих пор. И у меня. Мистер Блейк! И все? А, это я зашел к нему. Упс, а его тут не было. It's а вот это я, по-моему. Day on Pandora. Well, apart from the mechanical Armageddon. Маркус! Че у него зубы сверкают? Сейчас, подождите, я... Да, я его нашел. Возьму патроны. Ой, патроны. В смысле, задание. Новые связи. Я встретился с ним. 468 опыта дали, пацаны. Ну все, сейчас заживем. Прокачаемся. Включи электричество, чтобы опустить мосты. Операция ловушка для трипла фаза 1. Электростанция найдена 0 из 1. Подача энергии восстановлена. Роботы спятили и преобразовывают Пандору. Время маленькой кадровой перестановки. Найди электростанцию, включи электричество, чтобы опустить мосты. Сделай это во имя нашей славной контрреволюции. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет лето, пусть всегда будет контрреволюция, пусть всегда буду я. А кто... Что за живущий фусоши? Кто что сейчас сделал? И мне дали за это 5000 XP. Испытание какое-то выполнено. Ничего не знаю. Мне не дали ничего. Я стою рядом с Маркусом и пытаюсь пройти мимо него. Там какие-то ящики, но он слишком широкий. Горящая резина. Я бы сказал, какие меня сейчас мысли посетили, но не буду, меня дети смотрят. Найти ш... Все, погоди. Я, конечно, понимаю, что... Я представил просто, как это может происходить, горящая резина. Ну ладно. Найди 6 хороших покрышек для Маркуса. Эти чертовы ублюдки сняли покрышки с моего автобуса. Ха-ха! Отправляйтесь на свалку Гиперион и найди 6 хороших покрышек. Самое время подлатать мою старушку. Пацаны, из вас никто не... А чё ты один квест не взял? На доске заданий. Тут еще один квест. Там не было, я все взял. Один не был? Не знаю, у меня написано все равно, что Реков. А вот, вот да, есть.
Все равно, что реков перестрелять. Информационная туристическая дыхание. Активируй турели, чтобы избавиться от бандитов. Бандиты заблокируют дорогу в Сандерс Гордж. Как тебе их уничтожить? Все просто. Используй турели. Почини их и направь на бандитов. Я у этого вроде с ним поговорил. Он что-то про реков сказал. Что у них один человек погиб. Может, из-за этого появилось. Но вряд ли он вообще... Ну, просто активировали скрипт и все. Кто-то уже одну деталь от турели нашел. Так что это плюс. Я. Yeah. Молодец! Я стоял и ждал, пока вы ее возьмете. Ты стоял и ждал, а ты... Так, нет, я в туалет с тобой не пойду. Тут чувак на унитазе. Я хочу смыть! Там чувак на унитазе. Я его хочу смыть, да! Это если... Чувак, ты... Если в этой игре можно смыть людей в унитаз, то это просто... Это просто... Ад какой-то, хит сезона! Ищем детали. Я нашел холодильник. Ищи детали от турели, хотя я не думаю, что холодильник это детали турели. Но если какая-то, какая-то странная турель... Я нашел холодильник, и я теперь отсюда выбраться не могу. Ну вот и сиди в холодильнике, живи там. Все, замерзнешь. А-а-а! Как ты туда вообще я попал? Я уже выбрался, обломитесь. Куда чего? А-а-а. Ой. Ой-ой-ой, больно! Ой, там какая-то река такая красивая. Так, ну, пойду и детальку найду. Я вижу вдалеке переход на следующую локацию. Серега, ты что там забыл? Там вон далеко. Ну, мы уже здесь. Я упал. Упал? Ну вот и... О. Ты пал! Ты пал в чьих-то глазах. Видимо, моих. Мне дали... Ну давай. Икспу приноси нам, а я буду халявничать. Да как здесь подняться-то, ё-моё? Здесь нету прохода назад. Поднялся непросто. А чё не спрыгнешь? Я просто спрыгнул. Тут опять какая-то неплохая снайперка. Я не хочу спрыгнуть, я хочу вернуться назад. И мне не дают! Ладно, придется прыгать вниз, да, действительно. Чё ты ржёшь? Я нашел проход, все, обломись. Вот и подыхай там. Вот и восстанавливайся там. А я буду ходить и собирать детали. Я буду лутать, все лутать. Люблю лутать. Капец, как люблю лутать. Все люблю лутать. Не понял. Где-то здесь должна быть детали от турели около меня, но ее нету. Да хватит подыхать! Чё ты? Да как так-то? Да, чё я в последний раз совсем умер? Ход-то у меня какие-то мужики деньги вымогают. Видимо... Они говорят цифры, никто ничего не делает за бесплатно. Ну я это так расценил. Может мне их убить? You're not getting paid by the hour. Я делаю. Я убиваю за бесплатно. Ну, правда, я их потом обшариваю. Я забираю деньги. Ну. Да это еще не все. Ну, если вы Нет, понимаете. Нет, это все. Я тут пытаюсь понять, что нам делать. Не знаю, я хожу, деньги собираю. Кто-нибудь, вот придите сюда и посмотрите, где-то здесь должна быть детали турели, но, может быть, она наверху, но я не знаю, как наверх запрыгнуть тогда. Так. Я еще холодильник. Может, нашел. Я просто ее взял? Я же одну-то взял. Нет, ну, все равно должны показывать то, что ты ее взял. Я, кажется, понял. Да. Ну, надо, у меня один раз заглючило. Надо пробежаться по мосту, но я не могу пробежаться по мосту. Не, я поднялся на крышу, но здесь нихера нету. И это капец как печально. О, я вышел наверх. Так что я знаю, как подняться. К успеху пришел. Не совсем, я просто поднялся наверх. Я силу енота применил, и я как бы здесь уже. Я пошел по более сложному пути. И здесь ничего нету. Найти бы того человека, который всем по почте патроны рассылает. Просто интересно. Брейвик? У него много патронов осталось.
После такого хорошего дела. Ой. Ой. Это я сейчас зря сказал, ой. Сейчас понабегут норвежцы и будут говорить, ты что сказал? Ну или защитники идиотов. Ладно, все, проехали. Я ничего не говорил, я не поддерживаю терроризм. 21 год офигенного режима. Режима инферно игры Diablo 3. Я согласен. 21 год игра Diablo... Не, лучше... Не успеешь. Не пройду, да? Как раз до 4 дивы. Там деньги. Не, какого хрена? Где этот чертов? Я промахнулся. Как турельку-то чинить? Так нужно найти детали сначала от турелей. Все три? Да. Ну да. О, вот стоящий. Вот вы вернитесь сюда лучше и скажите. Может это, конечно, игра на центр, пока, может быть это центр карты просто, но... Как бы все время раньше показывалось то, что мы должны... прийти к тому месту, которое отмечено ромбиком, чтобы забрать там... деталь, а его ее сейчас нету. Может внутри, конечно, но внутри тоже ничего нету. Какого хрена у меня такие отстойные настройки стоят? Их все равно глючит 24 FPS. Какого черта? Может с Блэком надо поговорить просто? Отдай урод деталь. Нет, тут ой, я у него деньги стырю. Ну, он не сказал бы, что у него ничего не было, там были деньги под столом. Ну, в принципе. Так, я чувствую, что что-то заглючило, похоже. Потому что нигде здесь деталь ниже, поэтому... Возможно. Поэтому давайте применим стиль каптера и перейдем к другому заданию. Он нам говорил, другое задание выполнять, потом фейспалм не сидел. А о каптере я буду плохо вспоминать. А чё так? Да. Он 8 миллионов просрал! 8 миллионов! Я бы на эти деньги! Да я бы на эти деньги! Москву бы 2017 посмотрел! Это щит для солдата! А, это модификатор, ну ёкало мне. Если он... Я аж испугался. Если он не фиолетовый, нет, тогда... Он... Тогда я ну его в жопу. Нет, они синие, зеленые. Тогда ну его в жопу? Не, я подумал, что это щит просто. Я понял я первый раз увидел, Real что он на класс. Ой, у меня глюки какие с текстурами, ой. Я не знаю, может быть у меня что-то творится с железом, потому что у меня уже... В двух играх подряд... Рандомные глюки появляются. Я сгоняю, пойду... Овечка хочет... Отдам. Отдохнуть. Овечка? Нет. Печка. У меня не печка, не обзывай ее так! Не обзывай! У меня не GTX, у меня GT. Сундучок. У меня GT 8800 на гигабайт. Элита! Элита! Я супер элита! Ну, на самом деле, я супер говнит. Элита скорее, это старые магнитофоны так назывались. Если кто-то не в курсе, я думаю, что многие не в курсе, кто смотрит. Потому что все уже застали магнитофоны Casio и прочее. Все, думаю, не застали вообще магнитофонов. Кассетных. Я застал. Ну, ты это понятно, тебе сколько лет? Я бассейн нашел. Бассейн. Ну, ты немного не секси. Я думаю, что ты можешь утонуть в этом дюйме воды. Нет. Если говорить о возрасте, то 14-24 будет. А, я думаю, что сюда каптер надо будет привезти. Сказать ему купить DLC и привезти его сюда. И за 8 миллионов! Уничтожить! Так, я, наверное, к рейнджеру спрыгну вниз. Слушай, если меня это не убьет. Давайте пойдемте обратно. Давайте. Давайте обратно на свалку пойдем. Хотя я тоже сейчас сбегаю к вам. Тут столько пух! Это нет, круче, чем тот прыжок без парашюта в одном из хер знает каких видео. Я не делал ничего. Вау! Ты чем здесь занимался? Какого хрена? Ты в покер, что ли, здесь играл? Я не сижу здесь все без сознания от твоей крутости. Что произошло здесь? Что это? Секс, наркотики и союз мультфильм. В какой последовательности? Мне просто интересно. Именно в такой. От меньшего к большему. Информационно-туристическая доска. Так мы уже все.
Мы уже все там. Видимо, что-то новое. Уже? Как они могли? Раньше Клэптрэп все объявлял. Ну, Клэптрэп. Клэптрэпы. Сейчас же революция. Объявлены вне закона. Ого. Как и оранжевый цвет на Украине. Это было тонко. Это было сейчас. Давайте вернемся в Firestone и пристрелим того, который. В самом начале. Он меня всегда бесил. Я. Раз они все равно вне закона. Я все равно. Я что-то тоже не понял. Локальная революция. В самом начале игры есть Клэптрэп, который вас ведет от автобуса. Firestone он. Я говорю, давайте сгоняем туда его, пристрелим. Раз они вне закона. Клэптрэпа ненавистник. Сохраним Клэптрэпа. Он меня раздражает. Сохраним Клэптрэпа от рук чердактижника. Ух ты, тут можно покататься. Пацаны, я кататься пошел. Вы как хотите, а я гулять хочу. Оу, тут не подняться дальше. Быстро домой. Ну еще немножечко. Ну еще чуть-чуть. Нет, иди кушать. Ну буквально 10 голов. Во что, в хоккей? Это стандартная отмазка от того, чтобы не идти домой. Я начинаю придерживаться